Поиграли в желание. В соцсетях в среду появилась видеозапись, на которой два человека наспор выполняют не совсем стандартные пожелания друг друга. Так молодые люди, пробираясь через сугробы, искупались в техническом водоеме ГРЭС-2. В публикации на ютубе есть кадры, где один из героев, очевидно, проиграв пари, проехал несколько десятков метров на крыше легковушки. А, пожалуй, самое необычное и не менее опасное, чем предыдущее задание на этом видео – подставить руку под колесо автомобиля. Все, погнали, давай сходу, есть сходу. Заднюю дашь, что ли? Отъедь, говорю!